Всем привет! Всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня мы будем делать мороженое. Мы сегодня будем делать мороженое, и для этого нам понадобится вот такая вот коробочка. От создателей трэшпэка приветствуйте продуктовую банду! Ваши продукты испортились и превратились в грошери гангс. Внутри этой коробки должно быть 16 фигурок, из них 2 замороженные. На самом деле для меня они кажутся больше заплесневелыми, чем замороженными. Также в коробке мы должны найти 4 молочных ящичка. А этот значок обозначает, какие фигурки обычные, какие редкие, ультраредкие, а какие замороженные. Но если вдруг мы их сами не опознали, оказывается, некоторые из них меняют цвет. Давайте уже смотреть, какие фигурки внутри. На коробке написано «противное выскакивает». Что это там, Даник? Там очень много разных пакетиков. 2 фигурки без пакетиков. И еще какие-то коробочки. Это те молочные ящички, про которые говорились на коробке. Вот так они выглядят. И немного непонятно, что нам с ними нужно делать. Ты знаешь, Даник? Может быть, туда складывать нужно эти испорченные продукты? Мы еще не проверяли, как называются эти 2 фигурки. Ты хочешь найти их на коробке? Я уже нашел. Один из фигурок – это противный перечный соус. Вот он. А вторая фигурка – это отвратительная малина. Вот она. И сейчас Даник все пооткрывает, чтобы узнать, что находится в этих пакетиках. И кто нам попался? Вот нам попался испорченный лимон. Даник нашел его фигурку здесь. И мы идем дальше. Следующий пакетик. Что попадется там? Даник, он испорченный, не ешь его. Я откусил кусочек. Сейчас Даник найдет бутерброд, и мы узнаем, как он называется. Пам. Нашел? А это у нас горелый испорченный тост. Вроде как он должен быть с изюмом еще. И здесь не хватает кусочка, как будто Даник по-настоящему его погрыз. Мы идем дальше. Следующий пакетик. Интересно, какая чудная фигурка попадется нам на этот раз. Что это? А это какой-то сок. Сейчас Даник найдет его картинку. А это склизкая коробочка из-под сока. Она, кстати, редкая. Вот, нам попалась первая редкая фигурка. И следующий пакетик Даник выбрал. Попадется ли нам опять что-нибудь редкое? Ух ты, что это? Какая-то бутылочка. Это склизкое полоскание для рта. Просроченное. Идем дальше. Следующий пакетик Даник сейчас откроет. Даник, как ты думаешь, сколько раритетных нам попадется в этой коллекции? Я думаю, 3. А ты как думаешь? 4. А ты думаешь, 4? Кто будет ближе к правде, тот выиграл? Что же там, что же там? А это какой-то Oribol Orange. Это какой-то испорченный апельсин. Открываем следующий пакетик. Пока что нам попалась одна редкая фигурка. Посмотрим, что попадется здесь. Надо было сказать самое маленькое. Надо было сказать самое маленькое число? Я его сейчас знаю. Кто знает, может, ты выиграешь. И еще одна редкая фигурка. Испорченная каша. Все шансы выиграть. И что же там? Что это? А, это нам попались противные капли для глаз. Вон какие зеленые. Идем дальше. Пожалуйста. Даник просит у пакетика, чтобы там оказалась редкая фигурка. Что это? Даник не может найти. Желто-красные. Даник, предлагаю тебе искать на перегонки. Давай. Где же эта фигурка? Это какой-то сок. Сок. Здесь вот такая. Смотри-ка, это обычная фигурка. Значит, вот это какой-то точно редкий. 100% редкий. В общем, искали мы, искали. Не нашли эту фигурку, зато нашли наклейку. И эта фигурка, видимо, точно там. 100% там. Сейчас мы эту наклейку будем отдирать. Надо же, наклеили прямо
прямо там, где все фигурки. Мне кажется, что эта фигурка какая-то раритетная должна быть. Сейчас мы узнаем. О, нашла. Получается? Нашлась? Красная? Ничего страшного. У нас есть еще 5 фигурок. Вот он, этот зеленый соус. Вот он здесь прятался. В общем, ребята, если вы не можете найти фигурку, обязательно ищите наклейки, под которыми эти фигурки могут прятаться. Как у нас. 6 штук. Давай, у тебя есть все шансы победить. Точно так же, как и у меня. Пока что я самая близкая. Да. Ух ты, что это такое? Ой-ой-ой, вот это ужастик. Таник, давай на перегонки, кто первый найдет. Квадратная с желтыми глазами. Вот, смотри, я нашла вот такое, только это другого цвета. Да? Похоже? Еще. У нас такое не попалось. Это было бы круто, конечно, если бы такое попался. Есть еще один. Как мы не искали, вот эту фигурку мы так и не нашли. Есть две фигурки, вот эта и вот эта, которая более всего на нее похожа, но точно такую же мы не нашли. Ребят, если вы увидели вдруг эту фигурку, напишите нам, пожалуйста. Нам очень интересно знать, как она называется. Может, она вообще не из этой коллекции. Что же попадется в следующем? Только что? Что, повторка попалась? Нет. Серьезно? Нет? Что это? Просто это как лимон. Вот она, эта фигурка. Это что, испорченный киви? Что это? Не похож. И мы продолжаем. И что же там? Что же в этом пакетике? Какая-то бутылка. Вот она, эта бутылочка. И это какой-то очередной испорченный соус. У меня есть еще шанс выиграть. Отлично. Да. Что это? Обычный. Обычный? Ты нашел, что это? А вот она, эта фигурка. Это какой-то вонючий холодный чай. Вон он в очках какой. Серьезный. Язык нам показывает. М-м-м-м. Сколько пакетиков у нас уже осталось? Всего 3? 2. Атмосфера накаляется. Ух ты! Это какой-то сок. Вот такая фигурка нам попалась. Написано «Илистый апельсиновый сок». Ну, наверное, такой гнилой просто. А мне просто хочется, чтобы Данику больше попалось редких фигурок. И что же ему попалось? А это наша последняя фигурка. Раздавленный банан. А теперь будем делать мороженое. Вот такие формочки для мороженого наверняка есть в каждом доме. И разноцветная водичка. Я думаю, Даник, нужно сначала положить вот эти фигурки в формочки, а потом их нужно будет залить сладкой водичкой, чтобы у нас получилось мороженое. Наше мороженое готово! Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока! Пока! А помните фигурку, которую мы не могли найти? Вот она, это помойная пироженка. Она просто поменяла цвет при заморозке. Вот она, ультраредкая помойная пироженка. Как вы думаете, в этом ролике выиграл Даник или мама? Нам попались 2 редких и 1 ультраредкая фигурка. Можно ли это считать как 4? А вы как думаете?